Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Сегодня поговорим о припатче, а именно о том, чем можно заняться и вообще для чего этот припатч. Ну, скажу сразу, отвечу на этот вопрос. Припатч в основном, как и всегда, для твинков. Для людей, которые, например, либо недавно начали играть, либо которые просто-напросто хотят одеть своих твинков. Но давайте отвечу на часто задаваемые вопросы, которые сегодня были на стриме. Очень уж их много было. И их реально стоит обсудить. На Танос. Делаем квестлайны, потом нам дают квестик на ледяную корону. Мы в нее летим потом, само собой. И в этот же момент нам дают квест на убийство на Таноса. Убив его, мы получаем вещицу 115 уровня предмета. Это неплохо. Само собой, если вам эта шмотка полезна. В основном падают пушечки. И в целом это неплохо. Далее. Чем заняться на ледяной короне? Вы делаете дейлики, вы делаете квесты, вы убиваете мобцов и лутаете с них знаки плети. Непроницаемо черный камень плети. Они просто-напросто вымениваются у мобчика. 25 камней на 3 знака признания. Далее, куда тратить эти знаки? Эти знаки признания можно потратить на питомца, тлетворную пырь, он стоит 20 баджей. Можно потратить на метлу, она стоит 15 баджей. Говорят то, что в будущем она станет игрушкой. Ну, посмотрим. Я не особо в это верю, но почему бы и не купить ее. Также можно купить шмоточки. Шмоточки сотого итем-левела. Эти вещицы по трансмогу напоминают итемы, которые добывались во фронте Нагорья Арате. Ну, то есть, если их примерить, то получается вот такой вот сет, который мы уже прекрасно знаем и давно видели. Рарники. Самый часто задаваемый вопрос, который только был, касательно аддона. То есть, если вы зайдете при стандартном интерфейсе, никаких черепков у вас не будет. Ну, их будет не так много. Будет только один единственный с активным боссом. Лоскутик, кстати, скоро лестница, нужно уже к нему потихонечку лететь. Цикл мобов 20 минут. Каждые 20 минут будет активен какой-либо мобчик. Этот мобчик имеет защиту в течение 1 минуты. То есть за 1 минуту вы должны к нему прилететь с целью того, чтобы убить его. Если не успеете, не проблема. Лоскутик, как и другие мобцы, не особо ценные по луту. Но у них есть общий лут, а именно проклятый сувенир. Проклятый сувенир — это аналог мучительных воспоминаний из дополнения Лич Кинга. Также установив аддон, а именно Handy Notes, Shadowlands, вы будете видеть абсолютно все. Все эти черепки, весь лут и вот этот черепок с циклом. Да, конечно, можно установить аналог в виде Handy Notes Scorch Invasion of Shadowlands, но Handy Notes с модулем Shadowlands, он отображает и эти черепки, и то, что будет нас ждать в дополнении Shadowlands. Это приятно. А далее что получается? Раз уж я начал про лут, да, получается сувенир с каждого рарника может выпасть, также лут 110-го item левела и, само собой, редкие интересные итемы имеются. Скади имеется в виде рарника, можно его убить и полутать синего протодракона. Также броньям, с него падает чудесная сумка папы, 30% дроп. 34-ячеечная сумка. Что я могу сказать вам в виде совета? В 18 часов 20 минут по московскому времени будет броньям. Зайдите и убейте его. Может быть, вам упадет сумка. Желаю вам всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Если есть вопросы, пишите в комментариях. До скорого!